Ирик Вадильевич Шагабудинов, дорогие друзья. Я был ефрейтором в Академии Можайского. Он был ефрейтором в Афганистане. Минометные батареи, которые, вы знаете, погранцов духи боялись больше всех вместе взятых. Потому что там были вот такие замечательные люди, которые продолжают сегодня служить своей родине. Ирик Вадильевич Шагабудинов. Его песни. Здравствуйте. Горжусь тем, что я ефрейтор, но при этом я командовал минометным расчетом. И меня связывает вот с этим музеем одно. Мой миномет был выпущен в 1942 году, а расстреливали мы мины 1937 года выпуска. Вот в Афганистане мы таким оружием воевали. И я песни не только, будет одна из песен, где я соавтор, а эту песню, которую я сейчас спою, ее написал мой друг. Тренер по настольному теннису Сергей Щур, он по рассказам друзей афганцев пишет песни замечательные. И вот одну песню он посвятил нашему фестивалю, называется «Автомат и гитара». Мы не только воевали, мы еще и пели в блиндажах, в палатках, играли на гитаре. Все, пожалуйста, включайте. Thank you.